Второй непосредственно момент – это уже садоводческая тема. Ее тоже вскрывали, но китайцы, наши друзья, упаковали. Давайте же посмотрим, что у нас здесь лежит. Вот такая вот птичка. Вот такая вот стеклянная птичка. Так, я надеюсь, что она нигде не разбита, что ее никто не разбил. Эта птичка непосредственно служит для того, чтобы поливать цветочки. То есть просто вот у нас, например, стоит горшок, в горшке цветочек. Мы набираем сюда водичку, водичку наливаем и вот так вот втыкаем в земельку. И у нас получается система капельного полива. Вот, по поводу качества, я уж думал, здесь есть какие-то больные места, то есть сколы, может быть, но на самом деле ничего подобного, друзья, я не получил. Очень прикольная вещь. Я попытался надуть ее, но это говорит о том, она не надувается, собственно говоря. Воздух нигде не проходит, это значит, что все хорошо, ничего не повредилось. Значит, стоит она порядка 120 рублей. Опять же, на тот и на другой товар я положу скидочку непосредственно под видео, друзья. Если кому понравилось, нажимайте лайки, добавляйтесь. Вот такие мелочи, интересные моменты я буду добавлять на свой канал. Вы всегда сможете посмотреть. Я с вами буду делиться и опытом, и непосредственно этими как бы интересными и полезными товарами. Друзья, добавляйтесь. Всем пока!